Мы против террора. Митинг под таким лозунгом прошел в Махачкале. Более 5000 студентов со всех стран мира собрались во дворе Университета народного хозяйства, чтобы выразить протест происходящему в Сирии, Ираке, Франции. Молодые люди заявляют, что хотят учиться, созидать и работать в мирной стране. Они против войн. В университете уже прошли десятки мероприятий, посвященных этому дню, а митинг является итоговым. Мы, студенты, преподаватели университета, за мир. За дружбу. Мы против террора. Мы все знаем, что творится сейчас в Сирии. Мы все знаем, что сделали американцы в Ираке, Ливии. В крови эти страны, братские арабские страны. Оттуда миллион людей, беженцы Европы бегут, они убегают от смерти. И мы, студенчество, молодежь, преподаватели, поддерживаем политику руководства России. Я хочу сказать, давай сделаем всем мир в этом, ну... В этой стране надеюсь, что никогда не будет никаких войн. Потому что война – это плохо, это разрушает все то, что у человека есть. Так, сегодня мы собрались, чтобы сказать, мы против террора. Мы тут, чтобы сделать мир.